сегодняшнего дня начал работу еще один зимник в Югре. Накануне прошла приемка автозимника Белогорье, Луговской, Троица и ледовая переправа через протоку Ендерская. Общая протяженность зимней дороги, в том числе и переправы, составляет 20 километров. Движение разрешено на автомобилях с общей массой до 15 тонн. Как сообщает управление автодорог Югры, ранее в эксплуатацию ввели два автозимника – Ханты-Мансийск, Таллинка, Белогорье и Былина, Зайцева речка. Кроме этого, в ближайшее время планируется открывать движение по автозимнику Троица и Елизарова. В этом сезоне общая протяженность зимников составит более 2500 километров, включая 26 километров ледовых переправ. Ведомствами отметили, что сезонные дороги имеют важную инфраструктурную значимость. Такие маршруты обеспечивают транспортной доступностью жителей отдаленных поселений, до которых в теплое время года можно добраться только водным или воздушным транспортом.